Доброе утро, друзья. Нет, ты не выходишь. Куда идешь? Сейчас я вам подстелю. Сейчас подстелю. На. Давай, чисто будет. Давай, давай. Так, да? А, какая красота. Смотри, какая хорошо получается, да? Отлично прям получается. Вот. Что, кузачки? Что мы валим? Косопетка. Давай дружить. Давай дружить. Давай дружить. Давай. Нет. Давай дружить. Давай, давай, давай. Вот так поглажу девочку. Поглажу. Боялась, да? Ты боялась. Вот так, когда я к ней дотрагиваюсь, вы хотя бы видите ее размер. То есть все равно камера... Вы так и не понимаете размер моего загона, не понимаете размер свинюшек. Временами они вам кажутся игрушечными, временами они вам кажутся огромными. Ну вот, обратите внимание, какого размера свинка. Около, ну может, 45-50 килограмм в ней. Они сбитые, оно кажется, что они мелкие, но они взбитые, они тяжелые, вот такие... Ну, как бы... Ты чё гавкаешь? Ты чё гавкаешь? Тебя, конечно, усмирять не нужно, а вот эту красопетку бы нужно, да? Да давай я аккуратненько. Сильно и нервировать её не хочется. И такая девочка, вот такая боягузочка, да? Такая боягузочка. Давай дружить, давай. Давай дружить. Вот так тебя поглажу. Ты прячешься за валенком, да? Прячешься. Ты моя хорошая. Вот так. Все. Опоросишься, будет все хорошо. Я постараюсь присутствовать. Мы никуда больше не собираемся, да? Вот так, еще и дружить начнем, да? Еще и дружить начнем. Вот так. Вот так, ребят, то, что у меня будет пороситься такая маленькая свинка, ни в коем случае не допускайте у себя такой ситуации. То, что я говорю, что она обязательно опоросится и все будет хорошо, это не значит, что так нужно делать. Молока у нее будет меньше, так как она небольшая, ест немного. Молока значит мало, молоко производится из запасов самой свинки, сколько в ней тех запасов, и из того, что она кушает. И молока будет мало, а значит поросятки будут мелкие. А значит, они тоже будут тяжелее расти. Это только ухудшает разведение свиней, и они будут плохие. То, что такая ситуация получилась, это внештатная ситуация. Они жили вместе у старенького дедушки, который их не разделил, который меня просил его покастрировать уже в сентябре. Ну а нет, даже в октябре. Точно, даже в октябре. И мы уехали тогда в Полтаву. Когда вернулись, то вот привезли этих свинок уже сюда. Вот так. И она уже была супрасна. Уже его кастрировали у новых хозяев. Вот уже здесь. Вот так. И то, что надеемся, что будет все хорошо, это не значит, что все хорошо. Свинка сильно мелкая. Сильно мелкая. Даже Пеппа не такая была. Пеппа была
была в два раза крупнее. В первом опоросе в ней было около 85, наверное, килограмм. Это второй опорос она приводила супер большой уже. Да, ты такая булка. Ну, живот точно уже большой. Поросятки. Поросятушки там есть? Да, все, скажи, отстал. Отряслась от меня, чтоб не лез, да? Пугаешься, да? Ну, вот так. Ну, все равно. Будут маленькие, будем их это. Уберутся они тоже, ну, как бы, это свиньи для мяса. Уберутся на мясо небольшими. Но ничего страшного. Просто лучше выбирайте на племя крупных поросят от крупных свиноматок. Очень-очень важно. От крупных свиноматок и от крупного кабана. Даже если свинка маленькая, хотя бы был большой кабан, чтобы потенциал роста у него был. Ну, а эта бздюха такая же, как и она. Ну, не факт, что он такой останется, но все равно это ранние поросы, это не супер хорошо. Вот так. Ой-ой-ой, какие боягузы. Ой, какие боягузы. Ну, хоть и не сильно допускает, ну, она уже поймет, что раз я тяну к ней руки, это значит, что я хочу ее почесать, а не что-то там другое. Боягузы. Вьетнамцев очень тяжело приучить к рукам. Они или сразу ручные, вот смалку, вот, или ручные сразу, или их дули приучишь к себе, да? Тикрасяпета. Мелкая бздюха. Ну, вот так. Все. Молодцы. Молодцы. Еще сыворотки принес. А еще есть вчерашняя. А я им даю по чуть-чуть. Так что... О, боже. Так что так и буду. Бройлеры чокнутые тоже прыгают. Яиц нету. Яиц нету. Сегодня, по идее, перепелкам 40 дней. А это уже финишная прямая. Ждем с минуты на минуту яйца. И проверил, вы пишете, видно уже самцов или нет, поют или не поют. Я вчера, ну, я написал, ответил в комментарии, что я слышал пение одного из самцов. То есть тут есть самец. И сегодня я уже проверил. Вот так вот этого смокингового проверил одного и двоих белых. И один из белых, это точно самец. Это точно. Пока я их никуда убирать не буду. Если, ну, в среднем надо один самец на три, а в идеале на две самки. Но если там будет на 16 или 17 самок три самца, то о никаком хорошем оплоде речи идти не может. И если вдруг яйцо нужно на инкубацию, то проще купить. Переберу, там будет 3-4 самца, если вдруг они будут, а может даже вот этот один. Уберу его, он мне не нужен. То есть как бы толку от него здесь нету, просто уберу. На мясо, на суп уйдет. Там вроде и нечего, но на один суп пойдет. Да? Вот так, чтобы вы не думали, что я там начну сразу, раз я, ну, потому что покупал не взрослых самок и попались самцы, вы сейчас будете писать: о, оставь, выведешь себе цыплят. Если бы я захотел выводить цыплят, то я бы сразу купил себе несколько самцов и не морочил голову. А так, во-первых, мне не надо, во-вторых, я не собираюсь разводить перепелок в ближайшем будущем. Эти перепелочки куплены на яйцо, петухи там абсолютно не нужны, они будут только орать на весь сарай и будут еще и это, задалбывать курочек. Хоть их и немного, но петухи пристают к курочкам капитально. Да, девчатки? Вот вы уже ручные почти. Скажи, там и взрослые уже тебя запомнили, да? Запомнили тебя. Вот такая. И то это такая. Еще и не супер доверчивая. Давай, пузо. Давай, пузо. Через пять дней у них тоже будет уже 2 месяца супоросности. Быстренько. Вот обратите внимание на размер этих свинок. Ну, в них больше, чем по 100 килограмм, а в той до 50. Ну, вот это хорошее. Вот это хорошее, да?
дела. Сейчас еще поеду, привезу вот эти зеленые кусты для цыплят. Ну, о, молодцы! Выпили всю сыворотку, да? Выпили. Есть жидкий помет. Сейчас не буду больше лить, налью еще вечером, да? Кашки я им принес. Кашки я вам принес, валенки. Кэш. Кэш. Кэш сейчас кого-то прибью нечаянно. Угу. Отстань. Оп. Отвалите от меня на секунду. Оп. Оп. Вот. Это можно убрать. А ну пока не нужно. Да, песка надо принести. Здесь выгляжу. Кушайте кашку. Так вы видите, какие? То есть сыворотку они выпили. Они столько воды не выпивают за день. Просто она им вкусная. Они ее выпили как какую-то еду. Понимаете? То есть молодцы. На вечер еще поставлю. Нужно тут у них выгрести. Но этим я сейчас и займусь. Повыгребаю чуть-чуть. Туда еще сено им кину. Потому что они его хорошо перебирают. Ну и на сене, то есть они все-таки гадят, и на сене им сухо. Ага. И гранулы нужно насыпать. Да. И пшеницу цельную принести. Я вот так выхожу, обращаю внимание. Знаете, вот они едят кашу, едят дробленое зерно. И кури едят дробленое зерно. А все равно принесу пшеницу, и они его ее с удовольствием едят. Прям как отдельный вид корма. Вот прям пшеничка им нравится, надо принести. И еще написали, типа, о боже, какие ножницы, выброси их. И принеси нормальные. Кому мешают ножницы? Кому мешают столетние старые ржавые ножницы? Ладно, никому. Чем они вам мешают? Или чем они вам не нравятся? Что не так? Ну, столетние ножницы. Я ними, бывает, что-то отрежу. Купить ножницы для какого-то... Для картинки? Зачем? Я ними никогда не пользовался. Они 100 лет здесь висят или лежат, ну вот увидел. Это, наверное, от предыдущих хозяев, которые здесь с 90-го года в доме никто не живет. Как-то так. Нету или есть? По идее, сегодня у белой крольчихи 29-й день, а у серой 28-й. Просто сидит. А белая принцесска. Яблочки им принес. А ты? И тут пока ничего нету. О, вон, смотрите, чуть-чуть гнездо мастерит. А это хороший знак, что мастерит она его внутри. Это видно, ничего не делает, просто сидит. Че ты ничего не делаешь? Рано тебе, да? Сейчас тебе дам яблочко. Я принес яблочко. Будем дружить, девчуль? Такая ты маленькая. Боже, бройлеры сейчас поубиваются. Яблочки. Пепита. Сейчас я тебе дам гнилые яблочки, будешь?
так части, которые подгнили, для кроликов не подходят. А принцессы, в виде тебя любят. На, яблочко. На. Ой, скажи, а нож, ты меня пугаешь. Зачем нож в руках? На, убрал. О, принцесска съела. На. 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 Яблочко. Тебе нужны витаминки. Это все для тебя гнилое яблочко. Принцесса любит гнилые яблочки, да? На. На, кормушечку, на. Какое гнилое яблочко. Кушаешь? Молодец. А это то, что целое кроликом. На. Это червивое, не хочу кроликом. А Пеппа, Пеппе червячок только на пользу, да? На. Пойдете. Всем по яблочку. Много не даю, они все затаптывают. В общем, оно не надо. Так, кормушки я тебе, то есть клетки я тебе давать не буду. Смотри, яблочко, на. Как пахнет, да? Выманиваем крыску из домика. Будешь? Нет? Вот сюда. Вот вы говорите убрать кормушку. Что ты там разваливаешься? Как тебе положить яблочко? Ой, какой домик. Оп, я застрял. Я застрял в сетке. О, все. Еле вылез. Это из-за того, что я с телефоном. Оп. О. Все. Ест. О, ест. А это не вылазит. Ну, вылезет, поест. Все? Спокойнее стали, да, себя чувствовать? Смотрите, то они вот такие были в разброс по загону. Ну, как бы разбегались, от курицы убегали. А сейчас? А сейчас вот такие поспокойнее стали. Сейчас я у вас почищу, сейчас. А ты что ждешь, моя королева мелкая? Что ты ждешь? Мы ж друзья уже, да? На. Так. Сено. Видите, как едят, все поели, молодцы. Оп. На. Заяц. Скажи, свекла. В общем, яблоко на третьем месте по вкусности. Или на четвертом, Даша. На первом месте морковь. На втором месте у них капуста. На третьем месте свекла. А яблоко на четвертом месте. Это я из тех сочных кормов, которые я им даю. По поедаемости, сказал. Да, ребятки? Ну, вот такие дела. Нет. Нет сегодня ни яйца, ни крольчат. Ну, пусть еще походят. Чем дольше походят, тем крупнее будут малыши. Конечно, чем дольше срок, тем меньше крольчат. Но это если считать с 31 дня. Норма 31, ну, 31 сутки. А это 30-го и 31-го, а я 28-го жду. Ну и такого, такое могло быть. Видите, крол вообще не захотел.
Ёбочка. А мелочь ест. Худоватые. Вроде и это, как бы зерно у них в свободном доступе. И сочные корма даю каждый день. А они все равно чуточку худоватыми, мне кажется. Может, они что, подросли? Не знаю. Водички. Ну. Хорошо, как-то есть куда вылить, да? Да. Вечером у вас поубираю. Это сюда. Вот так. На сенцо. Там есть вот такие прям толстые, ну вот палки прям. Вот эти палки, они отлично грызут. И они их им стачивают зубки. У них резцы передние растут, не прекращая всю жизнь. И вот такие толстые палки им полезны. Ну и или ветки, которые вы заготавливаете им на зиму. Сегодня дождя нету, наверное, сейчас пойду яблоньки им еще нарежу. И крылу. Вот так. Все. Ага. Палочку. Сейчас. Шо ты моя бормотина мелкая. Видите, какая пузо с обеих сторон выпирает. Красотулька. Ладно, друзья, буду убирать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока.